Сегодня отмечается Всемирный день беженцев. По данным ООН, сейчас в мире насчитывается около 20 миллионов вынужденных мигрантов. Наиболее сильно с проблемой в последние годы столкнулась Европа. Связано это в первую очередь с рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Большая часть беженцев пробирается через Турцию в Грецию и затем направляется в другие государства ЕС. В Минске выбрали Мисс Беларусь. За почетный титул в этом году боролись 26 претенденток. В итоге корону из белого золота, фианитов и топазов отдали минчанке Полине Бородачевой. Особенность юбилейного 10-го национального конкурса в том, что он проходит в год культуры. По этой причине финал конкурса посетил лично президент Александр Лукашенко. Как отметил глава государства, Мисс Беларусь будет определять имидж страны в мире наряду со спортсменами и деятелями культуры. Напомним, вместе с титулом самая красивая девушка получает и право представлять нашу страну на конкурсе «Мисс Мира», а также участвовать в культурных благотворительных акциях в Беларуси и за ее пределами. Женская сборная Беларуси по баскетболу выступит на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Это стало известно по итогам поединка со сборной Южной Кореи. Наши атлетки не оставили шансов соперницам 56-39. Таким образом, женская сборная Беларуси по баскетболу во второй раз в истории оказалась среди 12 лучших команд планеты. На Олимпийских играх в группе А белоруски сразятся с баскетболистками из Франции, Японии, Бразилии, Австралии и Турции.